Дизайн-код Читы украден у общественника. Наработки проекта украдены у Артемия Лебедева. Проект продан за 25 миллионов бюджетных денег. Какими только заголовками не пестрят страницы средств массовой информации и паблики социальных сетей. В этой истории два действующих лица – Егор Пономаренко и Максим Резвых. Чаще всего, когда выделяют федеральные деньги, начинается авральное воплощение проектов. Может, никто и не против сделать хорошо, но что-то придумать и пройти публичные слушания времени уже не остается. Надо осваивать средства и укладываться в сроки, или возвращать деньги и больше не рассчитывать на госфинансирование. Вместо творчества, а иногда и здравого смысла, включается обратный отсчет дней и начинается замена асфальта асфальтом. Так директор регионального центра компетенции по развитию комфортной городской среды Читы Егор Пономаренко объяснил решение разработать проект дизайн-кода города. Об этом в июне прошлого года он заявил порталу «Московский комсомолец» в Чите. Также он отметил, что работу ведут инициативные молодые люди, в числе которых и общественник Максим Резвых. Взять и бесплатно использовать его было можно, но прав на интеллектуальную собственность я таким образом не передавал. Для этого нужны какие-то соглашения, оформленные юридически. Сейчас я консультируюсь с юристами. Так отреагировал на опубликованный городской администрацией дизайн-код общественник Максим Резвых. Факт вызвал немалый общественный резонанс. В частности, многих интересуют три вопроса. Имеет ли место факт плагиата, а также кто и сколько заплатил за разработку проекта. Об этом мы не только поговорим с Егором Пономаренко уже в эту пятницу в программе «Несогласованный вопрос». Максим Резвых свое присутствие пока не подтвердил.